Хотелось бы, чтобы это понимали все мы, все люди, живущие в Европе. Понимали и сплотились. Сплотились и дали ответ. Наконец-то дали ответ, как мы хотим жить дальше. Мы хотим, чтобы тот, кто сильнее, у кого есть оружие, диктовал нам, как жить. Те, у кого есть ресурсы сегодня, диктовал, по какой цене что продавать. И от этого поставили в зависимость всех нас с вами. Кем мы хотим быть? Рабами? Либо мы хотим строить цивилизованное общество, современное общество, где будет все-таки царить мировой порядок, действовать законы,